estamos chegando a Lodz, da cidade de Lodz. Сейчас мне не о чем больше молчать. Время больше не летит. Нужно уметь отпускать. Нужно кому-то уйти. Сейчас мне не о чем больше молчать. Время больше не летит. Нужно уметь отпускать. Нужно кому-то уйти. Сейчас мне не о чем больше молчать. Время больше не летит. Нужно уметь отпускать. Нужно кому-то уйти. Сейчас мне не о чем больше молчать. Repítelo, che è questo sito? Este sito si chiama Manufactura, un'antica fabbrica, ora convertita in centro comercial. Però l'edificio di ladrillo della fabbrica è fuori. Tutto quel rojo di ladrillo è l'antica fabbrica. На тебе моя футболка, на мне твои духи. В разговорах нету толку, давай просто помолчим. В твоем кармане от моей квартиры ключи. Между нами кирпичи и стены разных мелочей. Знаешь, верь, не верь, хочешь возьми и к себе пришей. На заднем фоне про любовь поет моя Мишель. И твои крики разбудят соседей по-любому. Наша кровать, наше поле боя. Знаю, распускаю руки, прижимаю ближе к тебе. Залипаю, улетаю, таю на твоих губах. Понимаешь ты, понимаю я. Между нами любовь одеяльная. Знаю, распускаю руки, прижимаю ближе к себе. Залипаю, улетаю, таю на твоих губах. Понимаешь ты, понимаю я. Между нами любовь одеяльная. Давай возьмем с собою паспорта. Дороги ведут в Шереметьево или хотя бы на хмурый Казанский вокзал. Пока ты спала эти годы, я сочинял и бросал свои книги в канал. Вода их вернула на берег, и кто-то чужой для себя подобрал. Память снимут фильмы, и мы посмотрим на себя с экрана. Полные залы, но мы не пришли, нам с собой так мало времени. На все признания и извини. Побудь со мною, пока не погасли фонари. Знаю, распускаю руки, прижимаю ближе к тебе. Залипаю, улетаю, таю на твоих губах. Понимаешь ты, понимаю я. Между нами любовь одеяльная. Знаю, распускаю руки, прижимаю ближе к себе. Залипаю, улетаю, таю на твоих губах. Понимаешь ты, понимаю я. Между нами любовь одеяльная. Распускаю руки, прижимаю ближе к себе. Залипаю, улетаю, таю на твоих губах. Понимаешь ты, понимаю я. Между нами любовь одеяльная. Знаю, распускаю руки, прижимаю ближе к себе. Залипаю, улетаю, таю на твоих губах. Понимаешь ты, понимаю я. Между нами любовь одеяльная. Знаю, распускаю руки, прижимаю ближе к себе. Залипаю, улетаю, таю на твоих губах. Понимаешь ты, понимаю я. Между нами любовь одеяльная.
Когда-нибудь мы забудем боль от непонятной любви. Когда-нибудь мы решим с тобой стать обычными людьми. Иди ко мне, спасай меня, ложись со мной в постель, которая для нас давно уже превратилась в самоцель. Одинокие, одинокие, два безумца в темноте. Ты снова выпустил, и не попал в мишень. Меня ты ранил, не хотел, но это рикошет. Ты снова выстрелил, я стала сторонним. Стрела попала не меня, а блеста. Нет, ты снова выстрелил, и не попал в мишень. Но ты оставил эту рану на моей душе. Рикошет, 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 рикошет. Видела, что ты держать устал, а расстаться не хотел. Я видела и прятала печаль в многолюдной пустоте. Пора понять, пора менять и дверь сорвать с петель. Подумай, это так несложно, ведь разбежаться и взлететь. Одинокие, рикошет, рикошет, рикошет. Ты снова выстрелил и не попал в мишень. Меня ты ранить не хотел, но это рикошет. Ты снова выстрелил, я стала в стороне. Стрела попала не меня, а боль стала мне. Ты снова выстрелил и не попал в мишень. Но ты оставил эту рану на моей душе. Рикошет, 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 рикошет. Haciendo paseo por la famosa calle Strobovsky. No, Petrovska. Petrovska. Con muchos casarones. Casarones. Mansiones. Muy, muy bonitas mansiones. Art Deco. Art Deco. Un señor solitario. Меня так мажут, не будет все, как мы хотели. Джесси Фолли-2. Пусть горит моя душа, хочу, чтоб до утра, а может даже дольше, а может навсегда. Горит моя душа, ни ночи нет, ни дня, а может даже больше, а может никогда. Haciendo el paseo en la calle Petrovska. Petrovska. Y el tipo hace ejercicio. Estamos en una bicicleta. Bueno, un triciclo. Un triciclo. Mira, ese detecta las antenas.
La gente que ve la televisión tiene que pagar una cuota de canal y si no están, mira, si están pagando, lo detectan por aquí. Mira esa, mira ese, ese balcón. Qué precioso. Wow, eso de noche, chiquitín. Ahí está el nombre de la ciudad bien claro. Pietrowska. O Pietro. Pietrowska. Excelente producto. Los kebabs. Oh, hay un kebab vegetariano también. Así es fácil hacer turismo, chicos. No hay que caminar. Esto es perfecto para mí. Tuviste otra buena idea cuando lo viste. Sí. Y es muy observador también. Estamos contra la luz. No, está perfecto para grabar. El monumento de Chopin. Qué bonito. Muy delicioso. Hay que evitarlo. Lo bueno que tiene es muy poco tránsito. Rodado aquí. Deve estar limitado o tráfego aqui. Sim. Olá. Hello. Aí nos polacos. Que muito rico. Aqui a comida típica. Huele como na Alemanha. Huele comida. Dice que la calle mais larga de Europa. Sim. Hombre, larga es. No sé si sea la más larga de Europa. Hay que cruzar otra avenida grande. Termino. Estamos en la famosa calle de los espejos. Aquí creo que es una calle residencial, pero lo interesante es que todos los edificios están cubiertos por espejos y hace un efecto muy bonito. Luis, aquí está Don Luis en la calle de los espejos. Una idea para la comunidad. Para nuestra comunidad en Rubí, poner espejos así. Такие карие глаза, твоя рука в моей руке,
мой глубокий океан, и я тону в нем каждый день. Просто по ночному катим-катим на двоих. После 20 город включит фонари. Ты добавишь звук и споешь мне о любви, как споешь мне о любви. Молча закрою глаза, летний такой ветерок. Рада, что сегодня вот так, что сегодня вдвоем. А я пьяная, 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 пьяная. Пьяная, 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 пьяная. А я пьяная, 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 пьяная. А я пьяная, пьяная, пьяная от тебя. Давай летать с тобой выше домов. Все будем просто молчать, только утром, когда никого. Будем вместе от счастья кричать. Я на ухо тебе пропою, только мне темно без тебя. Лишь сегодня скажу, что люблю, пока я пьяная от тебя. Молча закрою глаза, летний такой ветерок. Рада, что сегодня вот так, что сегодня вдвоем. Что сегодня вдвоем. А я пьяная, 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 пьяная. Пьяная, 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 пьяная. Пойдем
preparado para la corrida? Yes. Hold this. Está grabando, ¿eh? Here we go. Mi gondolero. I'm a choke. Ahí vamos, ahí vamos. Esto es una silla con ruedas. Pero gira para enseñar el pasillo. Enseña el pasillo. No sé por dónde se gira. Así. Oh. Este hotel es una caminata, bueno, que no veas. Pero hay sillas de estas con ruedas por todos lados. Así que, mira, aprovechando que tenemos aquí al gondoliere. ¡Ay, qué trabajo con la puerta! Derecha. Sala irlandska. Sala canadianska. A ver, aquí. La jammy. Sala litevska. Wow. Eso es Restaurancia Centrum. Ok, qué lámpara. ¡Au! Levanta, levanta. Oh. Ay. Sí, al pasar de la alfombra al piso firme, pega un frenazo aquí, un poco más me lanza de morros. A ver, sala portugalska, Suezka. Sala svetska. Mira, mira. Termina el paseo. ¿Cómo que termina ya tan rápido? Claro. Ah, yo quiero otro. ¿Qué más? Aquí los ascensores. Oh. Y termina el paseo. Gracias, ha sido genial. Fantástico. Pero es que el restaurante al ascensor es un mundo, hay que recorrer por aquí. ¿Vale? Y aquí hay otro restaurante también, pero está cerrado. Ahora bajamos.